войны нет возраста». Так называется пятая книга сборника воспоминаний детей Великой Отечественной войны. Книгу готовили к изданию 3 года. Сборник выпускает Саровская городская общественная организация «Дети войны». В стенах библиотеки имени Маяковского собрались авторы статей, вошедших в издание. Им торжественно вручили экземпляры новой книги. В планах организации выпустить и 6-ю книгу. Будем собирать материалы. У нас уже 2 или 3 материала есть для 6-й книги. Но мы уже в таком возрасте, что, может быть, уже и силенок не хватит. Но будем стараться, если люди хотят. Мы предложили продолжать писать к нам, материалы готовить, и уже есть желающие. Великая Отечественная война – одновременно и героическая, и трагическая страница нашей истории. Не все дети пережили те суровые годы. И для тех, кому не довелось поучаствовать в боях той войны, выживание – уже победа. Авторы написали о своем военном детстве. Холод, голод, безотцовщина – вот что характерно для поколения, лучшие годы которого прошли во время мировой войны. В книге собраны воспоминания узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда. В этом году Саровская организация детей войны отметила юбилей – 10 лет. Собравшихся поздравил председатель Совета ветеранов Саровской воинской части Виктор Сазонов. Он также поблагодарил детей войны за активную волонтерскую позицию в сборе гуманитарной помощи и обещал передать напутственные слова саровским бойцам, отправляющимся в зону СВО. Благополучного возвращения вашей семьи к своим родителям, своим женам, детям, ну и, конечно, свои коллективы. Поэтому я передам и от вас сегодня, чтобы наши пожелания им успешно выполнить задачу, с победой вернуться, но главное, чтобы они были живы и здоровы. Сегодня в нашем городе 3700 детей войны. С каждым годом их число уменьшается, а живых участников боев и того меньше. Всего 6 человек, большинство из них лежачие. О важности сохранения воспоминаний в этот вечер не раз говорили как организаторы, так и гости встречи. Пожалел, что когда живых было старшее поколение, скрупулезно не расспросил их об этом, об этом, об этом. Понимаете, многие воспоминания, идеи, мысли, они уходят вместе с людьми. И уже поздно потом это дело делать. А вы сохранили. Время идет, люди уходят, а их воспоминания вот здесь останутся. После окончания церемонии вручения книг собравшиеся сделали совместное фото. А мы последние свидетели Великой Отечественной войны. Уйдет наше поколение. И уже дети не будут слышать вот наши воспоминания, живые воспоминания, живые голоса. Они будут о войне только читать в книгах, смотреть телевизор, кино, фотографии. Поэтому обращаемся ко всем молодым. Берегите своих дедушек, бабушек, старшее поколение. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.